20 июня, время 8:10, выселились мы с гостиницы с Мюнхена. Сейчас едем в Швейцарию. Первый у нас по плану город Цюрих. Мой завтрак. Сегодня у меня хоть спала жара. Сейчас градусов 22, даже небольшой дождик. Вчера и позавчера было 32-33. Эти дни похолодание небольшое, будет комфортно путешествовать дальше. Мне тут камера. Давай, чувак, снимай. Купил виньетку. Если там в Австрии, Венгрии по 11, по 12 евро, в Германии вообще бесплатно, то Швейцария 40 евро, а сдачу еще франками дала. Сзади меня приехали китайцы на Мерседесе и смотрят на нашу машину, говорят, черри, типа, это мы производим, классная машина. Если такая хорошая машина, что ж они сами на Мерседесе ездят. Я смотрю, что в Австрии, что в Германии очень много китайцев, не только как туристы, но и работают, и браки создают. Это, наверное, в Китае какая-то программа. На заправке в Швейцарии остановились. Такой бургер с чаем получился 13,70 евро. В Цюрих приехали мы. Тут все строго, нашли парковку возле ЖД вокзала. На 4-м этаже мы где-то примерно заехали. Тут что классно писалось, нумерация еще сдалека, с центра города, где какая парковка и сколько мест. Когда мы приехали, тут было 17 мест, уже 15 осталось. Правда, не пишется, какая ее стоимость. Уже в конце, когда будем выезжать, будет сюрприз. Двухъярусная стоянка для велосипедов. Это ЖД вокзал. Освежающий водопад. Пришли в Цюрих, в Макдональдс, бо поняли, что в кафе можем не заказать, чем в ресторане. Язык не знаем, будем изучать компьютер Макдональдса. Как раз сравним кухню, цены. Вот это обошлось нам в 20 евро. Вот, вместо поездки во Францию, в Париж, мы купили бумагу. Короче, потратили... Очень много мужчин. Поднимаемся на первую достопримечательность Цюриха, холм Линденхоф. С этого холма якобы видно... Гуляем по центральным улочкам Цюриха. Дождя нет. Погода хорошая. Не жарко. Так, нам еще 180 метров. Идем к дому, где жил Ленин. Вот мы нашли этот дом номер 14, где жил Ленин. Приехали в отель, называется Хюриин, село, город Булах, километров 20 от Цюриха. Классный такой поселок, городок, есть рядом все что угодно, и магазины, и даже салон BMW,
есть все, что хочешь. Инфраструктура развита, классные дороги, частный сектор, вообще классно. И что самое интересное, в этом отеле нет администратора, ты должен онлайн зарегистрироваться. И надо, вот подходишь к этому аппарату, онлайн регистрируешься, вводишь фамилию, имя, и потом тебе выходит такой ключ-карта. И по ключ-карте открываешь дверь и идешь в номер. И с этой ключ-картой идем наверх в номер. Вообще классно сделали. Первый раз в отеле, где онлайн-регистрация, тебе же сразу печатается ключ. И погнали. На лето 2019 года рядом с Цюрихом это лучший вариант. Цена отеля 2700 гривен. Это $100. Остальное было все гораздо дороже.